Еще здравствуйте. Донецк уже сутки подвергается самому массированному обстрелу за все время конфликта на юго-востоке. Ночью украинская артиллерия вела огонь по всем районам города. Сегодня удары продолжились. Пострадала шахта имени Засядько, пожарная часть, котельная и фабрика игрушек. Погибших не менее 4, а часть города снова без воды и тепла. Один из снарядов разорвался у остановки, к которой в этот момент подъезжал автобус. Под обстрел сегодня попала и съемочная группа ВГТРК. Репортаж Николая Долгачева. Он на остановке на Киевской. На остановке, да? Приземляйся, батя, приземляйся за угол. Вот. Сурай, перемещай. Давай, пошли. Сегодня под обстрел в Донецке попали журналисты. Смотри, чувак. Ты на землю, где ложись! Ложись, бабушка, что ты идешь? Сюда идите, бабушка, сюда, быстрее! Быстренько в подвал и домов! Ноги парализованы, я никуда не пошла. Репортеры, в том числе группа ВГТРК, снимали последствия обстрелов, когда по Киевскому району Донецка украинские военные нанесли очередной удар. Даем, дедушка, даем! Поехали, поехали! Даем, дедушка! Поехали, поехали! Поехали, поехали! Что же они делают? У меня ребенок остался на 8-м этаже. Я не знаю, что с моим домом сейчас делается. Стреляет украинская армия. Приедут, будут чинить вот это все, уроды. В этом месте уже взрывались снаряды. Рядом уничтожена автобусная остановка и магазин. В зону обстрела они попали утром. На автобусной остановке в это время находились люди. И сразу один погиб, 6 раненых. Все здесь вокруг разнесено. Это было прямое попадание в магазин, который стоит возле автобусной остановки. Вот такая пробоина. Последствия взрыва. Здесь все вокруг разрушено, усыпано осколками. Взрывы не смолкают весь день. Снаряды падают на Донецк, Горловку и другие города Донбасса. Прямо на улицах тела убитых мирных жителей. Артиллерия накрывает целые районы. Это ужасно! Ужасно! За что? За что он человека лишит? Ужасно! Стреляли, 15-го нет, Октябрьского нет. Теперь еще и нам Путилок досталось. Нет, Путилоки. Целыми районами сегодня накрывают. Да. Такого массированного обстрела, как сегодня, прежде еще не было. В Донецке эвакуированы все госучреждения. Школы закрыты. Да и просто в домах уже небезопасно. Десятки прямых попаданий в жилые здания. Мы все выбежали и побежали в коридор, там, где стекол нету и не попадут. Ковер настелили и сидели с младшей сестрой. Больницы переполнены, раненых десятки. Один взрыв произошел. Мы попадали. После этого взрыва поднялся, хотел чуть в сторонку. Метра три прошел, второй взрыв. Взрыв. В глазах потемнело. Упал на землю. Начал себя, ну как, ощупывать. Там, где попадание, увидел, что в ноге. Попадание в ногу. В госпиталь привезли раненого украинского солдата. Ополченцы не бросили его на передовой, передали медикам. Состояние тяжелое, раздроблена рука. Тихо. Сейчас меньше болит рука. А? Серега, давай общаться, дорогой. Времени нет. В первую очередь мы врачи, и помощь ему будет оказана в полном объеме, несмотря на его принадлежность. В любом случае, он человек, и мы постараемся руку сохранить. Часть Донецка обесточена. Украинская армия дистанционно разрушает инфраструктуру. Сегодня уничтожено несколько донецких котельных. Вот одна из них – это Киевский район. Здесь во время взрыва находился сотрудник предприятия, он погиб. И весь микрорайон теперь лишен тепла и горячей воды. В здании котельной погиб электромонтер Василий Рудь. Осколок пробил оконную раму и попал прямо в голову. Занимался, видно, ремонтом что-то. И прямое, даже не слышали, как первым взрывом его. Как прилетало, никто ничего не слышал. Пушки до сих пор не смолкают. Количество погибших может увеличиться. Люди спасаются в убежищах. Пошел к сестре посмотреть квартиру, а тут начался обстрел. Не знаю, со стороны, может, аэропорта летели. По траектории туда, в 10-этажку. И я сразу же пару раз попадал и сюда бежал. Лидия Ивановна, 84-летняя пенсионерка. Одна из тысяч дончан, вынужденных жить в сырых подвалах. Мы выскакивали, когда стекла летели, окна повылетали.
хорошо. В 41-м году и то не так страшно было, хотя мне было 10 лет. А сейчас страшнее. Как вы ходите, деточки, вас оставляют ходить, да? Нужно. Мои деточки. Дай Бог вам, чтобы сохранить вас Господь. Украинская артиллерия работает неизбирательно. Бьют по площадям жилой застройки. Обстрелы теперь мощнее и длятся дольше. Не добиваясь успеха на передовой, военные Украины засыпают снарядами Донецк. Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко, Олег Бондаренко, Сергей Лусков и Азат Атагонов. Вести, Донбасс.